Информационная служба Life News продолжает знакомить вас с наиболее важными событиями в России и мире в студии Кадрия Крик. Но теперь нам должны еще больше. «Газпром» сегодня выставил «Нафтогазу Украины» счет за третий квартал прошлого года по условию договора Take or Pay. Размер счета более 2,5 миллиардов долларов. Миллиардов. «Газпром» ожидает оплаты в течение 10 дней. По условиям действующего контракта Украина должна оплачивать газ, даже если не забирает его. Но Киев заявляет, что не собирается этого делать. Это может стать основанием для нового иска к Украине. Ранее Киев уже отказался выплачивать России в полном объеме долг по евробондам в размере свыше 3 миллиардов долларов. Иск по этому делу Россия собирается подать уже до конца января.